Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей во время пожара. Напомню, в пятницу днем на территории промзоны сгорело бесхозное строение, которое несколько бездомных горожан оборудовали под жилье. На месте пожара спасатели обнаружили труп 52-летнего мужчины. Кроме того, сильнейшие ожоги получила 56-летняя женщина. По данным сотрудников Ноябрьской ЦГБ, она до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации. У пострадавшей обожжено более 50% тела, но она находится в сознании. В пятницу в дневное время при проверке сообщения об обнаружении в ходе тушения пожара, происшедшего в жилом строении на панели В промышленной зоны города Ноябрьска, факт гибели в огне пожара пожилого мужчины был подтвержден. В настоящее время нами по этому поводу проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе и причина возгорания. К этому назначены судебно-медицинская экспертиза и ряд пожаротехнических исследований, которые позволят определить как место возгорания, так и его причину. В настоящее время основной причиной возгорания мы считаем неправильное устройство эксплуатации печного отопления, а именно в строении была устроена самодельная металлическая печь, видимо, которая и стала причиной пожара.